меня просто не хватает слов для того, чтобы сказать вам благодарю вас, спасибо вам большое. То, что я имела возможность, и другие люди имели возможность показать свою работу, что они не находятся дома, просто не пылятся и так далее. А люди тоже могут увидеть это, может быть, кто-то захочет тоже заниматься этим искусством. Спасибо большое. И занимайтесь творчеством. Творчество, оно вдохновляет и развивает. Мы все растем, развиваемся и становимся лучше. Занимаясь творчеством и глядя на эту красоту. Спасибо большое.